Крупнейшая мировая open-source блокчейн-инициатива продолжает расти. The Enterprise Ethereum Alliance, EEA, сейчас насчитывает 150 организаций, недавно пополнив свой список еще 34 новыми членами. Кроме Scotiabank и правительства Pradesh, сюда также входят Cisco и MasterCard. Они отсутствуют в пресс-релизе, но перечисляются на официальном сайте EEA, как поясняет Эндрю Кис из Consensus. Как сообщает Cointelegraph, организация также включает представителей из различных отраслей, таких как технологии, правительство, здравоохранение и другие. EEA – некоммерческий консорциум, нацеленный на популяризацию блокчейна Ethereum. Самые выдающиеся ее члены-основатели – это корпорация Intel и JP Morgan Chase.